Хоккейный олимпиец в составе ребят 2004 года рождения в четвертом туре первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов принимал очередного соперника. Им стал казахстанский «Барыс». До этого серии команды занимали соседние строчки в турнирной таблице. Сургутяне занимали последнюю. Зарубежные спортсмены первыми открыли счет уже на 7-й минуте встречи. Затем сургутяне забили 2 шайбы и удерживали лидерство до конца третьего периода. «Барысу» удалось сравнять счет на 54-й минуте матча, но победа досталась олимпийцу. Иван Зайцев установил окончательный счет игры 3-2. Использовали моменты просто свои. В принципе, и пацаны команды соперника много шайб на себя поймали. Плюс вратарь отлично сыграл. Вот, и поэтому результат такой. Второй матч спаренной серии сложился иначе. Игра сосредоточилась у ворот сургутской команды. «Барыс» наносил в среднем по одному броску в минуту в створ в рамки олимпийца. Наша команда отвечала в 4 раза реже, нанеся за 60 минут лишь 15 ударов. Ворота сургутян защищал Богдан Рыжов, для которого матч стал первым в карьере. Итог встречи 0-9. Крупное поражение олимпийца. Сургутский клуб пока сохраняет за собой последнее место в подгруппе сильнейших. У нас сегодня дебютировал третий вратарь. Как бы немножко это первая игра его вообще была в первенстве России. Ну, немножко не справился с нервами. Ну, первый раз, в принципе. Ну, там дальше, когда уже счет стал крупнее, там не получилось у нас. Потом уже и ребята уже немножко духом упали.